рюкзак фирмы The North Face, модель BTTF SE. Эта аббревиатура означает BTTF, то есть Back to the Future, назад в будущее, SE Special Edition. Вот такое хитрое название, на самом деле все довольно просто. Рюкзак является ярким представителем стиля Techwear, то есть в нем все сделано в таком футуристичном дизайне и в современных материалах. Рюкзак внешним материалом очень похож на экспедиционные баулы фирмы The North Face, соответственно, он легко моется, он является влагозащитным, и рюкзак будет служить многие годы и оставаться в том же самом виде. Дно рюкзака усилено специальным защитным слоем наподобие резины и имеет такую пупырчатую текстуру, соответственно, рюкзак не скользит и дно дополнительно усилено, то есть это сделано специально для увеличения износостойкости рюкзака. Рюкзак имеет очень простую спинку и лямки. Единые вставки в спину соединяются с лямками для, с одной стороны, удобства переноски, а с другой стороны образуется центральный канал для вентиляции. Рюкзак удобно садится по спине. Причем за счет своих компактных размеров подойдет как мужчинам, так и девушкам. Рюкзак быстро регулируется по длине лямок. А сами пряжки вшиты в поверхность и практически из нее не выступают, что делает рюкзак еще более стильным. Длина спины достаточно для подростка либо небольшой девушки, но также вполне себе удобно сидит на взрослом мужчине. При этом запас длины строп достаточный, чтобы носить рюкзак на теплую куртку. Рюкзак имеет несколько отделений. Во-первых, это небольшое отделение с флисовой подкладкой для очков. Также там можно носить смартфон. Переднее основное отделение, туда помещается термос и, например, мембранная куртка. В этом отделении сделан разделитель. Соответственно, можно отдельно переносить спортивную обувь. Сюда легко поместились кроссовки 44 размера. При желании разделитель можно полностью расстегнуть, получив одно объемное отделение. В верхней части основного отделения есть два кармашка для скрытого ношения, например, смартфона. Рюкзак имеет изолированное отделение для ноутбука. Сюда помещается ноутбук диагональю 13 дюймов, планшет, либо сюда можно убирать документы. Для удобства извлечения сделана специальная система, которая приподнимает планшет, либо документы, соответственно, удобнее их доставать. Все молнии рюкзака являются влагозащитными. Таким образом, имея современный футуристичный дизайн, влагозащитные молнии, аккуратные гладкие линии и износостойкий материал, данный рюкзак при объеме 21 литр и массе 660 грамм является отличным решением для ежедневного использования, а также вы можете брать его с собой в короткие командировки, а также путешествия по городам.